Здравствуйте, я Алейниковой Ольги Владимировна. Проходила тестирование прибора ПРК-1У, прибора развития концентрации, который создал Григорий Грабовой. В первом упражнении нужно было сконцентрироваться на участке своего тела и я сконцентрировалась на глазах. При включенном приборе усилилось тепло, то есть более такие ощущения были усиленные. При втором упражнении нужно было рассмотреть это упражнение по ясновидению личной жизни. Нужно было рассмотреть комнату, в которой я была несколько часов назад. Там при включенном приборе я увидела свет в центре комнаты, который как бы распространялся от центра в разные стороны комнаты. Также была поставлена задача посмотреть и увидеть, что происходит при решении задачи. Исцеление людей от онкологии. То есть у меня как пошел поток, как вперед в вечность, и обратно вернулся, и посыпались сверки на людей. То есть я такую картинку увидела. При упражнении на омоложение было ощущение натяжения кожи на лице и ощущение в висках. Причем, когда нужно было концентрироваться против часовой стрелки, то это уже происходило как бы само собой, мне уже не нужно было делать каких-то усилий. И я решила сделать такую концентрацию, чтобы убрать причины старения. Для этого нужно было уйти в прошлое, и мне нужно было повернуть управление как бы против, по часовой стрелке. И это было достаточно тяжело сделать, то есть поток уже был такой достаточно прочный, и против часовой стрелки шел сам по себе, вот, чтобы по часовой стрелке запустить работу, это нужно было приложить усилия. И по поводу прогнозного управления, упражнения, это у меня пошли картинки при включенном приборе космического плана. То есть там были видны планеты, что я где-то в скафандре в каком-то. То есть прибор работает, и я буду стараться развивать дальше свое видение, свое умение управлять с помощью своего сознания. Спасибо большое.